Когда от солнца отвалился кусок и стал падать на землю, человечеству грозила неминуемая гибель. Ты, Гуля, вот ты-то мне и нужна. Но нашелся человек. Я прилетел из далекого будущего, который решил спасти планету. Ты должна стать матерью спасителя человечества. Начнем. Как? А не порочно. А что теперь будет? В Ташкент поедем. Я же из Бишкека. Не из Ташкента? Нет. Ну все, пи***ц. Ты, Гуля, из Ташкента? Заходи. Я мать спасителя человечества. Вчера накануне изучали. Вась, ты обиделся, что ли? При других бы обстоятельствах, но в данной ситуации... Мишане костюм его понравился. Ну, мы его и раздели. Дикари. Ну, мы ж не знали. Как человечество может вас отблагодарить? Денег, Саня, просит, денег! Наш президент хотел бы вручить вам ваш костюм лично. Понятно же, что он не из будущего. Это сущность иного разума. Инопланетянин. Ну, это какая-то Филькина грамота. Это я, что ли, Филькина грамота? 75 напряженных минут. И объявлен международный розыск. Схватки. Вознаграждение. $1 000 000. Погони. Дружба. Мы здесь пересидим. Любовь. Что ты теперь собираешься делать? Не говори ей. Предательство. Залягу на дно. Проболтался. Человек из будущего. Главы других государств также хотят очень вас видеть, но в данный момент они возвращаются из космоса на Землю. А на что, не улетел? С нетерпением жду встречи с героями и с вами.